Здравствуй, избушка. Всех приветствую, ребята. Заскочил в избу перекусить. Вот такой плов узбекский с мясом. Вот такие фрикадельки вообще какие-то не очень. Попью чаечку сейчас с печенюшками и продолжу свой путь. В Свердловской области ввели запрет на посещение лесов до 21 июня. Но я-то не совсем человек, я только существую на экране Ютуба и в вашем воображении. Так что мне можно. Дожили. Скоро из дома нельзя будет выйти, наверное. Решил размяться. Давно на велосипеде не катался, что-то забросил. Раньше постоянно ездил. Вот такой вот кусочек. Здесь маленькие. Отлично. Забираем. Надо побольше заготовить, чтобы зимой не ползать. Сразу ее сейчас почищаю, чтобы она пока сырая, лучше чистится. Спрашивали, как заваривать чагу. Вроде уже отвечал, но еще раз скажу. Вот два кусочка вот таких вот я беру. У меня сколько? Ну, пол-литровый там чайничек. Ну, такой чайничек, вот три кусочка хватает. В середине этого месяца у нас уже заготовка березовых веников начинается. По интересному рецепту потом все узнаете, увидите. Также со следующего месяца заготовка иван-чая. Будем иван-чай заготавливать, сушить. Хотел вот построить навес, где будет новая изба строиться, и в нем сушить. Но подготовительные работы что-то затягиваются. Наверное, у родителей буду сушить пока. Потом, когда все уже сделаю, сделаем навес свой в лесу, сарайки, там все будет. Так что вот такие дела. Смотрю, вот цвета много, земляники в этом году, наверное, будет нормально, если не сгорит. Ну, пока погода нормальная, в меру жара, в меру дождики. Так что вот такие вот планы вам рассказал на будущее. Как обычно, в кроссовочках по-лешински. Затем ноги натруждать в сапогах. Высохнут, промокнут, что? Ничего страшного. В кроссовках это еще ладно. У меня вообще-то униформа — это шлепанцы, шорты, майка для леса. Все удивляются. Как ты в лесу ходишь в майке, в шортах, в шлепанцах? Ну, вот так вот. Люблю, когда все дышит свободно, легко. Когда надеваешься, даже ходить тяжело. Открытые места набрызгал, да и все. Ничего страшного, хоть и говорят, что вредно. Всю жизнь брызгаюсь, и ничего еще, кожа не слезла. Чагу уже скоммуниздили. А сувель? Может, сувель забрать? Топором рубануть он, походу, еле-еле держится. Я думаю, что он еле держится, он гнилой. Сувель-то этот. Сегодня будем кайфовать, отдыхать, рыбачить. Потом приготовим чего-нибудь покушать вкусненького.
попробую на закидушке сегодня закидывать. Погода. Вчера пробовал на болоте рыбачить, так нифига не поймал. Даже снимать не стал больше. Сегодня, надеюсь, на речке на донку порыбачим. На поплывок мне что-то не очень везет. Так, сейчас приготовим прикорм сперва. Ванилька, как обычно. Чашечка заплесневела немного. Опа. Здесь рыбачат вон, стоят. Так, столечко пока сделаем, пока хватит. Ах, вкуснятиной пахнет, сам бы поел. Вот такая вот вкусненькая штуковина получилась. Все заряжаем. Вот такая вот самая дешманская удочка у меня. Дорогая тоже есть. Я такой привык ходить, вроде нормально рыбачится на нее, компактненько. Блин, комарики. Заряжаем нашу вкуснятину. Червячочки. Ну все, первый заброс. Ловись, рыбка. Как мы там делали в детстве. Бубенчики на удочку сейчас в этот раз сделал. Прошлый раз говорили, зачем ты на леску делаешь? То, что она перешаркивается, да, мне просто удобнее. Так это лучше вижу, когда это мелкий сигнал поклевки. Ну все, погнала, родная. Вот так вот. Все, ждем. Перекусить чего-нибудь, это утром еще не завтракал. Что у меня там есть? Вот когда погода хорошая, настроение и на съемки, и на отдых, и на все есть. Пьем чаечку. Пока что-то один раз дернуло. Тишина пока что. Ждемся. Хорошо. Клевка была. Полчаса даже не прошло. Подлещик. Красавец. О, с уловом, ребята. Переделал. Сделал на эту, на леску. Ну, это нафиг. Неудобно мне, не нравится, когда на удочке. Не вижу поклевок. Поклевок. Вот такая вот первая рыбешенка. Беги. Опа, спасибо. Удовольствие принесла. А то там кто-то говорит, зачем ты рыбачишь, если рыбу выпускаешь все равно. Так я не из-за рыбы рыбачу, а из-за удовольствия, из-за процесса. Большинство рыбаков, мне кажется, из-за процесса рыбачат, а не из-за того, что рыбы им надо. Есть нечего.
на то же место. Вот она, красавица. Подлещичек. Красотка. Все, давай, плыви. Опа. Можно картошечки сейчас пожарить. Мелкая, что ли, сидит. Тут еле-еле теребится. Пошел лучочек в ход. Если что, тяга, живица есть в наличии. Ссылочка в закрепленном комментарии на магазин Озон, как обычно. Всех заранее благодарю, кто делает заказы, кто будет делать. Финансовая поддержка, конечно, в нынешнее время очень важна. От YouTube никакого заработка нету. Только за счет этого держится канал. За счет лесного магазина в деревянных изделиях. Привальчик еще устроим здесь. Чаечек попьем. И продолжим путь. Ползет кровопийца. Многие интересуются, когда уже строительство капитальной избы. Сам, ребята, жду не дождусь уже, когда все подготовится. Тут земляночку достроил. Сейчас чего-то не хватает, еще надо чего-то строить. А там в капитальном лагере у нас все будет. Навес построим, избу. Сперва начнем с сарайки. В этой сарайке первое время будем проживать, пока изба капитальная строится. Ну а потом вот эта дощатая избушка будет как сараем служить. Короче, там планов... Планы огромные. Спустя еще пару километров попался еще кусочек. Да, в этом районе не богато с ним. С ней. С чагой с этой. Туда надо, где будущая изба будет. Там места такие хорошие на чагу. Почаще попадаются, чем здесь. Шаги слышал. И недавно тут медведя у нас видели. Неподалеку пробегал. Прям через дорогу. Они живут, конечно, в километрах 50, там давно уже. Но в наши края как-то не ходили раньше. Так что надо посматривать.
Возможно, там белочка доживет. Кстати, вон все чаги. Не заметил ее сейчас. Так, куда-то упало-то. Кусочек хороший. Сейчас еще немножечко погуляю. Пойдем в избушку отдыхать. Не ушел. Тут рядом еще кусок. Вон как изнутри прям вылез. Комаров к вечеру еще больше стало. Ну вот пол пакета. Пока сырая по весу, это хорошо весит. 3 килограмма приблизительно. Какой-то батончик ореховый. Сейчас печечку ставим, покушать чего-нибудь, приготовить. Есть уже охота. Короче, обустраиваемся. Стою, жду, когда проветрится. Набрызгал в избушке, там комаров что-то налетел. Работу с собой брал. Куксу сделал тут на днях. Сейчас пошкурю, покрою маслицом. Потом покажу. Сейчас пока не готово еще до конца. Ну вот, пошкурил. Сейчас покроем льняным маслом. Сувель, конечно, это вещь. Кривенькая получилась. Ну, потому что заготовка была маленькая и не очень ровная. Да и то, что первый раз сделал. На первый раз, думаю, нормально получилось. На избушке жарко. Здесь комарики. Быстрее бы уже печка истопилась. Костерка, конечно, вообще не хватает. Когда это кончится, непонятно. Дожили, блин. В лесу и без костра это как без правой руки. Да. Ну так, видосы смотрю на ютубе. Люди жгут. У нас у одних, что ли, здесь запрет только постоянно. Ужин. Легонький такой.
творог, яичко, запеканка, короче, творожная. Так вот, творог. И все. Перемешиваем. Ничего лишнего. А когда все пожарится уже, запекется вареньем сверху. Вот и все, как бы духовки будут там печься. Белая ночь. Время 12 часов 12. На улице сейчас светло. Камера просто не передает. Так-то хорошо все видно. Сейчас темнеет вообще часа на 2, наверное, 3.